Дочь, ты постоишь? Стоять в протезе-вертикализаторе Лине Рыбачонок нужно по 20 минут 3 раза в день, пока идет адаптация. После придется в 6 раз дольше, по 6 часов в сутки, причем желательно без перерывов. Сложно. У маленькой Лины ДЦП. Травму ребенок получил в родах. С нее пошла задержка в развитии. Медики прогнозировали, что пойдет девочка в год и 7 месяцев. Однако в свои 5 лет она только делает первые шаги. Протез, изготовленный по индивидуальным слепкам, шанс научиться правильно держать осанку и разработать мышцы ног. За ним семья на днях летала в Санкт-Петербург. 400 тысяч на приобретение выделил фонд социального страхования. Больше даже он для головы, чтобы головка запоминала. Как правильно стоять, правильность ножки, колено. У нее большой переизгиб колена, здесь его нет. В нем она может стоять самостоятельно намного дольше, чем без него. С ним, без него она маленько стоит, там, буквально несколько секунд, даже не минут. А в нем стоит. Ну, я на подстраховке, потому что все равно может завалиться. В ежедневных тренировках участвует старший брат Арсений. Он не меньше мамы мечтает научить сестренку ходить. И Лина, как истинная девочка, платит заботой. Всегда, когда мама покупает Барни там или чупа-чупс, она всегда мне отдает, а себе там половинку или сколько остается. Победить недуг семья пыталась в российских клиниках, в Челябинске, Петербурге и Москве. Улучшения были, но незначительные. Знакомые посоветовали подключить лекарей заграничных. 1 октября Элину ждали в Сочи, в филиале Харбинской клиники «Тидун». Однако 600 тысяч рублей на лечение семья собрать не смогла. Для мамы, воспитывающей в одиночку двоих, это неподъемная сумма. Там иглорефлексотерапия, массажи, лечебная физкультура и также медикаментозное лечение. По точкам. У меня много очень знакомых мам с детьми ДЦП уже в процессе вот познакомились. Хорошие отзывы о Китае. Чудес не бывает, ну, по крайней мере, происходят сдвиги у детей в развитии физическом. У кого-то в умственном, если есть проблемы такие, у кого-то в физическом. С сентября Алина посещает детский сад по 2 часа в день и очень хочет пойти в обычную школу. Помочь встать ребенку на ноги можете и вы. Реквизиты для перечисления средств на экране. Принять малышку китайские медики готовы в любое время. Кстати, сама Алина уже пообещала маме и брату, пойдет, когда исполнится 6. В то, что она своей цели добьется, нашей съемочной группе очень хочется верить.